Небольшой обзор на редкий Panasonic стерео. Модель HD82. Судя по ролику автоочистки, его практически не эксплуатировали. Написано, сделано в Китае. Потому он странный какой-то. В интернете ничего не нашел про него. Только на каком-то одном китайском сайте и все. Пульт пока едет еще отдельно. Позже покажу пульт. Все подключил для проверки. Снятая крышка не хочет включаться. Загружаю кассету.
Өтерәсіз бітсіз мені, суясыз бітсіз мені. Соңында бі. Морықта күші өптір бі. Морықта әзірәк жылытасыз да, ешіклерін ашып бұйығыз, еме? Дүрт кіші бір түнге бір не болмаз, сонда қоналар. Морықта ба? Давай, морықта, морықта. Шолан мағыз енді, атилендерге пайдасы болыр деп сізге айтты шығына, базарда сату шәрмәндерінің, бананларының олмағын сапып тұрады ек сонда. Бұзылмасын дей. Ускоренная перемотка. Загрузка-выгрузка. Другая кассета. Он останется в живых. Пусть это моя последняя битва, но он будет жить.
ускоренная перемотка. Назад. Вот такой странный видак, я полагаю, для китайского рынка.